Новый антирекорд. За сутки в Тюменской области 131 случай COVID-19. Несмотря на усилия врачей, скончались две женщины 81 года и 49 лет. Не удалось спасти и 50-летнего мужчину. У всех пациентов были хронические заболевания. За весь период пандемии в регионе скончались 49 пациентов с коронавирусом. Всего заболевших 11006 человек. Такие данные передает сайт stopcoronavirus.rf. В России за сутки 14231 случай. Выздоровели 7920 пациентов. На Ямале 163 новых заболевших, в Югре 199.